Да блин, кабачный командный игрок, он куда-то пошел лутаться, непонятно. Да я нас, как я обычно. Вас прикрывал, ебашил вас на противоположной. Ебашил нас, я понял. Походу нас. На противоположной казарме я типа выгнал. Бля, мы реально летим 6 раз подряд на базу и фидим. Да нет, до этого были нормальные катки. Там мы да потом нормально фидили. Все, не надо на крыше там стоять и стреляться. Вообще в последнее время, мне кажется, страта центра круга дом полная хуйня. И надо с краю играть, не? Нет. С каких это пор? С каких это пор кабач говорит нет? Ну, блядь, он тоже осознал уже, походу, то, что... Серьезно, кабач? Ну, просто лежишь в доме, пока и все, круг на тебя сужается, выиграл. Круг на тебя не сужается, шанс выиграть... меньше, все. Ты же раньше любил по краю круга, как так-то? Ну, в скваде это точно не работает. Это сосало. Сосало. Ты не можешь убить даже сразу в дуо не работает. Ну, в дуо еще ладно. Ну да, тоже слабо. А в скваде ты никак не можешь четырех типов сразу убить. Они там резают друг друга, целуются, обнимаются и потом снова с тобой сражаются. Целуют, говорят, что любят? Да. К чему прижимают? Сердце. Ты что, думал, я не знаю? Так а что, мы в Диабло едем когда? Кабач, ты будешь с нами? Мы с флешкой уже готовы. Я рак в Диабло, но могу. Ну, флешка тоже рак. Сегодня я не готов. Ну, не сегодня, ясен хуй. Завтра, допустим. Я тоже никуда не еду, поэтому я могу. Но ты все равно едешь 26-го или когда-то. Ну, до этого времени-то есть. Сегодня так, ты... мы на хардкоре? Ну вообще в идеале да, но мне кажется, знаю, вы нафидите. Где мы сдохнем? Мы в туннелях сдохнем. Во втором акте стопудово. Мне кажется, вы не дойдете до второго. На Андреелин какой-нибудь. Ребят. Это кто? База. Босс первого акта. Да я не мне помню, вообще ничего не говорит. Я помню, что в туннелях во втором акте пиздец умираешь. Да не, в каких туннелях. А червяк это какой акт? Гоу. Какой червяк? Дуриэль во втором? Пустыни, которые, да? Ну да. Я вообще ничего не помню о Диабло. Ну вы посмотрите видос, не знаю, почитайте что-то, хотя бы знакомьтесь, чтобы не совсем с нуля, чтобы не я вас гайдил. Ну я знаю. Так а что там гайдить? Я не знаю, что мобы делают, а так-то я знаю, что за игра. Игорь. Ай. Помнишь, как я с вами в Влад 2 поиграл? Кто, кабач? Сейчас 13? Или ты? Я. А, ну да, помню. Ваня, похоже, тоже нормально. Мне кажется, то же самое будет. Да в смысле, блядь? Да не, в Диабло легко. Короче, чтобы вы понимали, Ваня качал шилку на классике. Еще и в соло это делал. Да-да-да. Ну 10 уровней я вкачал, хорошая игра. Блять, он сдохнет? Чё за дерьмо? Здесь флешка, ты не сдохнешь. Иначе ты сосал. Ёпки. Блин, капец, у меня долго лутается, у вас тоже? Нет. Так он чё, жив ещё? Или чё это за хуйня? Вы где вообще? А, флешка там фидит, понял. Флешка уёбком будет сейчас. В смысле? Да ты, Игорь, стреляешь? Да, да, или да. По тебе? Я. Я зергут. Нет, по кому ты стреляешь там? Каска. По кому, Игорь? Да по челу, соседи казармы. Не хотите у меня плутаться в казарме? Чел за рулем? Там в норках этих. В норках есть. Как отсюда вылезти? Игорь тогда в прошлый раз тоже застрял. Головань. Прям внутри или где? Да, нет. На тачку сел. Есть шлем тут, Игорь, где-то? Не видел пока. В очко без прицела с этого дерьма стрелять. С прицелом это дерьмо. А почему ты флешку сегодня засал? Потому что завтра работаете. Ну, вот дерьмо на марафоне, типа. На нахуй. Кто открыл? Мы открываем вверху или ты о чем?
Игорь вообще ничего не говорит. А, я чего? Думал, ты вообще снаружи. Опа. Извини. Чего? Чё? Ща, по-моему, высигну, типа. Ща, погоди. Знаешь, я нужен? Хоть первый какой-то. Вот в очко он так сдохнет. А, вижу, вижу, Вань. С попаданием. И я попал. С двумя. На втором этаже где-то? Да, да, да. Короче, пошел первый этаж, посмотрел каску. А вот Алива. Там его каска. Ты к нему приехал? Или нет? Вы на крыше или что? Мы снизу. Нет, я снизу. Да, нет касок. У меня третий арбор и нет каски. Скидывай мне. Спасибо. Квач готов? Все, сдох. Да, дерьмо выходить, на самом деле. Ты четырех уже ебал флешкой? Или больше? Троих. Гойтен горл тот? Или я там их лутали? А, по нам, сзади откуда-то. С крыши прям. Нокнул его, да? Нокнул. Блять. Я за забором лежу, подними? Да-да-да. Попадаем, лютый. Осторожно, Ваня, ты вырубил его только. Он еще может оклематься. А если у тебя хилка большая? У меня нихуя нету, энерджи дринк. Ну-ка, ладно, я бинтуюсь. Иди помогай, я бинтуюсь. Вот его, Ванюш. Я не знаю, где его друг. Никто не знает. Он справа может отходить, слышишь вас? Не говорит так. Я не знаю. Шлема нету. Почему? Я просто лежу тут, хз. Я на ангаре. Пойдет ты со мной лутингом заниматься? Погоди, ты я типа хочу залутать, нужен ассист. Блять, ну ладно, иду. Залутал? Нет еще. Тик-тик. Блять, ну вот как с этой хуйни попасть вообще можно? Да. Как? С СКС? Да. Ну, по-моему, это... Пуль как будто сквозь него пролетает. Хз, по-моему, СКС все равно авик. По механике. Ну да, выстрел, надо подождать, потом только стрелять снова. Не, я про скорость пули. Неужели, блядь, я попал? Ну, они быстро летят, да. Блядь, слава яйцам. Слава яйцам? Там где-то еще... Флешка там вообще весь его хакает. Могу ли я тебе помочь флешке? Ты не хочешь помочь флешке? Я вот спрашиваю. Где он? Где они? Куда он бежал вообще? Можно узнать? Мы на алхимиках. Куда бежал? Там есть еще живой или что? Где? Куда бежал? Инфу. Я у рубки, тут вокруг челы там были, я убивал всех. Коряк кого здесь, мог. Если кому интересно. Да, интересно, где? Иду. Ну тут типа могут... Ко мне заходишь и направо. Я с коллиматора флешка, не знаю, может помогу тебе как-то. Не знаю, стоит туда бежать. Я, короче, бегу туда, где чел его убивал. Прям мне кажется, у него был что-то норм. Тиммейт сказал ему, типа, о, там, блядь, это куча лута. Ты в вайнфуловый броник нашел третий или что, блядь, это за хуйня сейчас была? Я бегу да. К этим, к норкам, короче, хоббит. А что по прицелам у тебя, Вань? X8, X4. Дай X4 хотя бы. Ой, я тоже хочу что-нибудь. X4 дал. Угу. Я тут на крышках на этих сижу. Давайте. А где типы? Ебать, ребят, там до круга далековато, если что. Надо тачку. Там у флешки тачка есть. А, окей, но надо ехать, потому что у меня хилов нет, допустим. А где типы? Да нет, типов кончились. Флешка же кого-то говорил там. Не, я вырубал как бы только типа. Ну, в смысле. И не было такого, что я убиваю и все с концами. Погнали. То есть есть еще живые тут. Да, они уебали, мне кажется, уже они увидели, где круг и охуели. Да, Игорь, может мы не побежим по полю, а подождем просто флешку, когда он к нам подъедет. Ладно. Ладно, забасили вот типов и ебанули. Кто он? Ящик. Ом-ном-ном? Ох, ух! Блять, да он не едет за нами даже. Сейчас приедет. Я утрайся пока. Насколько еще будет ебать? Че значит? Уф, это глушитель. Бери только все прицелы, пожалуйста.
Прицелы на всех? Прицелы. У меня только где-то топографический. Я, короче, заеду, сейчас поменяю оружие еще. Коробки. Пошли на УАЗик, Вань. Подбегите. Или что? Окей, ладно. Ну, давай, заедешь. Вот здесь прицел, флешка. Пойду, ты мочишь льдом? Лишнего нет. Ну какой-нибудь любой, X2 возьму. XD. Нет, нету, говорю, лишнего. Кеп, бейсбольный. Раздал ты мочей. Че у тебя есть там, флешка? Прикольно. Блин. Да ничего, из КС и... Скарс был в шифле. Все на тачку, чё? Увеличенный магаз на СВД. На СВД? Мне нужна... Почему? Почему тут нет СВД? Нужны обвес на вектор, обвесы на М-ку и прицел какой-нибудь другой. Потрахаться тебе не зерной? Ну, можно. Чё, по мостам поедем? А, нет, мост. Ну там засады, там бичи ждут. Таких как мы. Ну, блять. Готовьтесь ебаться. Меня только не убейте, а то я видел видосы, как там водители убивают своих. Как это вообще возможно? Конечно. Ну, я не могу прицелом на тебя навестись. Точки или коллиматор есть? У меня есть только у себя коллиматор на оружие. Готовьтесь ебать. Сейчас будет мясо. Да блять. Что это значит? Что ты делаешь? Мы так не даже сами не подпускаем. В смысле, это мясо? Это нихуя не помогает, если что. Вот это вот мансовка. Размансовка? Ебать, я топлю. Будет забавно сейчас бабах. Нет. Красивый взрыв все-таки в этой игре. Принимайте, принимайте их! Драмс! Ну, флешка выпала. Там сзади флешка валяется, алло. Ай, Ваня, блядь. Ваня дал тебе? Сейчас. А по нам ебут еще. Поднимать быстро флешку. Да, Ваня взял меня просто кончил. Выходите, 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 поднимайте, я водила. А ты отхилится он вообще или нет? Отхилится, это первый круг. Да, да, вот теперь это первый круг. У меня, кстати, нет хилок. У меня тоже. Садись. Ты хотя надо аптечку. Нету бинтов. Есть. Пижама, садись. Я пока разворачиваюсь. Садись. Блять, мне теперь пишет, нет в тачке мест. Ёбаный в рот. В смысле? А так? Вышел. Сейчас выйду. Место в тачке. Сейчас. Безболь, садись. Да. Ебать лагает. Давай просто. Бейсбол. Давайте речь, лагает. Могу в говно. Вышел. 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 Взять? Первый не хочешь сесть? Ты не бежишь первым. Другие тачки. Нет мест. Я бегу к баню. Лагает, пиздец. У меня одного? Я к баге подойду. У меня прям капец спайки. А у меня дала и секунда с лишним. Может две. Мне какая-то хуйня вообще происходит. Да, у меня в тачке. Я вообще не... Я у тебя сижу нормально, просто у меня я сбоку вообще сижу, не на кресле даже. Только, Игорь, топи, пожалуйста. Чё? Только топи нормально. Да я топлю. В смысле? У нас опять игра без флешка. Надо, флешка топит. Или не топит? Флешку ты топишь? Баги так медленно ездят? А, у нас колеса нет правого. Показано. Всё, есть у нас. А у меня красным она горела. Ты чё? Блять. Вы всё? Я понялся. Не. У меня показалось, что мы в дерево влетели. Да, ебану. А у вас есть у кого-то бинты хотя бы, слышите, парни? Едем в центр? Понял, бинтов нет. Ебать, у меня вообще лагает. Остановился. Мы в круге? Чё за... Нет. Чё за дерьмо происходит? Я пью Red Bull. Он двинулся ещё? Блять, что творится? Да можно сесть, ты сел, поехали. Мы были у меня в круге, а потом он еще подвинулся.
меня тоже. Пойдем куда-нибудь полутаемся, Игорь. Новый круг. Вон сюда хотя бы. Давай. Че, мне вести? Я ближайший. Ой, скряка ништяк будет в такой. Кто-то едет. А, это наши. Скряка ништяк будет в этой катке стрелять. Так, а зачем вообще сюда сели или че? У меня ноль хил. Кэр найти. Ну, пожалуйста, хилочку. Хотя бы бинтов. Ну, лаги просто дверность. Лаги, да, просто жестокие. Кто-то еще едет. Сегодня... Ребят. Да-да-да, кто-то еще едут. Тут где-то. Они проехали, походу. Не-не-не, сзади остановились. Убил одного. О, в смысле, убил одного? Убил, все, успокойся. Ну, убил одного. Он выехал, он хилки привез, я его базарю. Пожалуйста, Игорь, у меня ноль хила. Извини. Ну, блядь, Игорь. Да сейчас дам, сейчас дам. Ну, хилки хотя бы верни. Сейчас верну. Уже все высосло, он что ли? Сейчас, давай отойдем. На, аптеку. Было их там три, я видел, Игорь. Две их было. Одна у меня, одна у тебя. Го на тачку и поехали в круг. Good idea. Просто жесть, там что происходит. Прицелов X8 духа, кстати, было. Мало ли интересно. Да, я взял себе один. Ваня, тебе еще можно. У меня есть, у меня какой-нибудь обычный может есть. Садитесь в тачку. Ко мне. Спроси, нужно кому брать? Я сел. Не знаю, мне нет. А, вы в ту? Догон на двух. Пуля. Вообще, мне кажется, с такими лагами можно просто по кругу кататься. Хотя, наверное, это плохая идея. Наоборот. По кругу я не хочу. Да, но у меня до сих пор типа нет хилов теперь. По дороге его налево? Меня налево. В смысле, ну налево проедем, ты хочешь? Ладно. Направо по мосту хочу, короткий путь сам. Ладно. Главное это в мост попасть. Игорь, ты в мост попадешь? Ну да, вы что, не попали? Я назад смотрю. Че, на полигон я не хочу, я хочу вот куда сюда, в этот, в шелтер. Ты хочешь на полигон прям хуярить? Это надо иначе Игоря Марка. Чего? Игоря? Марка. Ремарка. Хуя себе, какие высокоинтеллигентные шутки. Тут чел вот дай был. Слева домики любят занимать, понял. Че, мы тут не будем пробовать еще? Не, это край круга. Что вы делаете? Поехали в центр. Ваня куда показал? Ваня, ты зеленый, да? Ну да, там будочка маленькая стоит. А у всех хп типа не регенится, но пол как будто бы есть. Флэш мы можем есть, в центре в этом засесть, в бункере, короче. Рядом со стрельбищем. Да, блядь, не, да может нахуй бункер этот, нет? Я видел одно видео. Всего. Ну давайте тогда да. В бункер, если тачку завезем, тогда можно. Чтобы если что выехать. Ты выезжаешь, на тебя 4 типа просто смотрят. Ну, пешком как ты выйдешь. Ребят, у меня бензина нет, подождите меня. Я к вам сяду. Каренс, я не потому, что я вообще думаю, бункер это залупа. Дайте слот. Ну или в дома лучше, Постой, ну флешка, алё. Да чё, ты тут бежать чуть-чуть совсем. Ну дай слот. Он типа на мотоке на 210 едут по горе. Гол. Рискну предположить, что их трое. А в бункер один выход или два? Можно? Слышишь? Нет, много. Чего? Можно в идеале занять, смотри, вот эту будочку и вон та, которая, наверное, две будки, два человека. Я видел такое на стримах делают. Хотим, нет? Власть? Там горка между ними. Вылазим или чё? Вылазьте, я тачку спрячу. Ты чё, мы в бункере или нет? Нет, я просто тачку прячу. Чё, Ваня, идём в те бункеры? Ну, типы слева едут, с горы. К нам.
Сейчас у нас будет тут. Надо принимать. Но они что-то так все туда-сюда лезут. Справа вон едут на машине, справа на машине едут, или вы о чем? Ребят, готовы? Нет, я на мотоке был около... Как думаете, это реально с таким лагом? Они были попасть? Около стрельбища. Они около стрельбища. Попал по одному. На мотоке. Они вышли, что ли? Ну да, по они... По точке так... стрелял или нет? Там, по-моему, один чел вообще. Выше я стрелял. Он забежал один и все. Мне кажется, тоже так. У нас на стрельбище типы слева обходят у забора. А, вон они. Вон они. Остановились. Слева кому-то. Спиной бегут. Вон, видите у дерева? Бля, к нашим друзьям. Блять, на сколько? На 195 попал. Они совсем высоко или? Два раза попал. Кнопку. А, я видел меня. Они, походу, тоже по ним стреляют, легко знает. Все, сдох. Там еще один, еще один, еще один. Те челы по ним тоже стреляют. За на стрельбище, нет? За заборчиком. Флешка у тебя прям слева. Или это лаги, блядь, какие-то. Там поджимает один тип, флешка у тебя справа. Ну, в смысле, сзади. С ним в поле и стреляемся, вы думаете, это хуйня? Блядь, справа! Тут лаг. Я вот че-то хуйня. Опа. Попал там два раза. Я могу полежать, если хотите. Одного кнопнул у этих заборчиков. Он с этой стороны. Добить его надо, добить. Пожалуйста. Добил. Убил, убил, убил. Ебать, сделаем в секунду. Ну, я тоже, я его попал два раза, и потом он упал. Блять, по какой метод? Ну, я полежу, блядь, стрелять. Ну, чуть выше я беру. X8. Там трое вроде. А, Ваня. Че, Ваня? Вы стреляйте, стреляйте. Там вроде вас заебись. Пиздец, Ваня, мог бы инфу дать? Там тачки, типа. По ним сверху кто-то стреляет. По тем челам. Бля, гляну. Да, вижу. Да, там сверху. Ранили кого-то и убили. Даже. Сейчас круг новый будет. Может, мы перестанем в поле стоять и хотя бы на месте стрелять? Полная параша. А где типы были? Хуй знает. На 255 за домиком. Может, за домиком? 240 не вижу. 240... Блядь, это тип, да, вижу 240. Они перебежали. Чё, Ваня, пойдем в ангар телутанем? Ой, не ангар, а это бункер. Там шлем, может, найдешь. Ты без шлема. Уже бежит первый. Нахуя так лагает? Давайте. Объясните мне, плиз. Нет, ничего. Вообще ничего нет. Что, шлема нет никого? Ясно. Стрелы на арбалет, если надо. Что за лута? Что тут просто нет лута? Нет, есть лут. Я знаю, где есть лут, ребят. Не хотим скататься? Ох, куда, ебать, северный? Ребят, тут такое дело. Хочет, да не, аирдроп тут у нас прям упал, если что. А, он, кстати, не упадет, ребят, забудьте. Он упадет не сегодня, я видел это видео. Не, на тех, кто... Там, давайте... Там же. Ларька. Нет, это справа по нам. Справа еще откуда-то. Справа откуда? У ларька стоят, типа, ляпнул, типа. У ларька. Блять, они меня телепортируются. Мне тоже. Круг? Сука, круг. Так, кстати, 300 метров, тогда в точку можете ебашить. Держу в курсе. Круг? Справа за камнем, нас? Блядь. Я не знаю, вот дом. Только не особо я не ползать перед этим. Зажил, как бы. По мне отдал сами. Кто-то. Хотите, нет? Я хочу везде, куда. Я уже сел. Спасибо, Лёк, за ресап 4 месяца. Мы так только хилки тратим. Все равно никого. В смысле, мы в центре круга, куда ходить? А в домике типа какие-то, блядь. В каком мы, блядь, в центре? А, ну как, хочешь здесь тусить? Да-да, чё? А дай сажусь, извините. Ну а нахуя куда-то ехать, я не понимаю. Сел. Ты хочешь здесь остаться? Хорошо, остаемся. Прям лупиться. Ну, пока можно, блядь, остаться. Ну, я не хочу лупиться, у меня 0 хилок. Колян, вы хотите лупить? Ну, просто мы поедем к тому дому, и я смеюсь, что мне, типа, никого. Хотите, можем поесть, можно проголосовать. Уже поздно. Да все, уже поздно. В смысле? Вот, она, блядь, прошла секунду. Ну, у тебя круг сузился, люди посмотрели, где круг, и поехали туда, и заняли его. Плюсую, пиздец. Пижаму уронили. Найс, катаем. До этого не важно, что там вот это будет. Сверху у нас. А, это собачка. У меня 0 хила. Есть у кого-то хилки?
Ну у меня тоже, я не хочу. Не, ну можно постреляться, у нас же хилок дохуя. Че, будем стреляться? Я тут схему питания рассматриваю, тут рычаг есть. Сдернуть. А их ебут, не? Не их ебут? Их. Дал одному. Это тоже валяется. Не ебитесь. Че? Справа еще откуда-то. У нас 330, по-моему. По нам? Не знаю. Да, по нам, по нам, по нам. Не пойму, откуда. Ничем. Я внутри можно уже на Гарри тут норм, да? Хилок нет. Понял, ну, принял. Да. Я просто хотел убить тех типов, залутать их там, пиздец, сколько всего, я уверен. Четырех типов, ну ладно, трех на трех. Где-то в ебенях, как ты их убьешь? С крака. Но они друг друга резко. Или аэродроп пошли лутать, хули. Сиди на жопе ровно. Аэродроп прям на стрельбище, типа? Да, да, да. Да. Так можно реально сходить залутать, а чё такого? Нас просто разъебут с всех сторон. Он прямо тут с заборчиком. Да блять, он меня телепортируется. А? Ты пиздел или что? Не-не-не. В смысле? А есть он тут где-то? Он, наверное, упал уже как раз. Я на стрельбище прям еще. На... Не вижу аэродроп. Он прям около тебя должен быть. Окей, я иду. Я могу, ну, я за то, чтобы смотать тех челов, которых тут за дерьмо убили. Блять, нашел аэродроп. Мы в круге вообще? А нахуй, да, в круге. Третий шлем. А хилы есть? Возьми, а. Не по тебе флешка? Послы. Возьми. Вроде по мне по мне. Так, медкит, аптека. Блять, ну пожалуйста, берись, блять, берись, дерьмо. Вообще я в бункер ничего не знаю. Короче, я нашел третий шлем тут, но не нашел, блять, больше ничего. А чё, там второй ты дропишь или чё? По тебе флешка. Да блядь, что за хуйня сейчас была сейчас? Такая. Флешка убил кого-то. Тут, блядь, чел в кустах сидел здесь еще. Найс. Nice. Передо мной, блядь, прям. Че за нахуй? Ребят, я еще принесу. Слева с горы еще. Сейчас все будет. Давай, хилы тащи. Биху. Есть хилы? Тут где-то еще снайперка. Короче, есть у кого-то, но я не знаю, где ящик. Вижу еще ящик, сейчас попробую утонуть. Ебать, еще те убегают, слышите? Кто, кто? От маленькой будочки, от рюмки. Окей. Направо побежали куда-то вниз. Блядь, чё я взял? Я не это хотел взять. Чего так долго аэродроп лутает? Ну где хил-то, ёб твою мать? Что там есть интересное? На соседи член. Вижу типа, вижу двух типов на 195-210 между этими метками на 200. У дерева на почти на вершине горы лежат. Все, всю инфу дал, я стреляю. Че вам надо? Давайте, лечь. Хил, мне хил надо. Там второй кидо, убегает. Кидо, короче. Да. Одну аптеку. Так, это все? Скидываю вторую аптеку. А без бомба. Одного скидываю, два редбула. Убили, там еще за камнем. Редбул возьму. Попал и еще раз. Два редбула скидываю. Ушли. Хилюсь. Редбул дайте. Вон, он их скинул еще два редбула. Я редбул ем. Убегает там наверху Ваня один. Слева, слева на 165 еще за деревом. Слева на 165 за деревом. Близко, далеко? Далеко, далеко в горе. Я не вижу его, мне... 150-165 там. Лен. Ну, 150-165 такое оранжевое, типа, дерево? Нет, правее. И выше. Выше. Правее. Слышь, по-моему, Ваня, там, где ты убил типа, там оружие торчит. Там второй... Походу, да? Сейчас гляну. Кажется. Погоди. Я не помню. Вот бахло. Нет, это от него, от трупа, скорее всего. А ну один там поверху направо убегал. Угу. Я вообще сижу прям в позиции пиздос. Хотя они из круга могли... Где а круг? Не вижу. Мы в круге. Ну, собственно, это камень есть. И этот. В аэродропе ничего не было, флешка? Залутан или что? Авик я взял. А.
А, я еще, кстати, бандажи могу скинуть. Давай. По пятерику. Взял пятерик. Всякий. Группы не начнут ебать. Там все те слева стреляют, типа, или что? Я так. Не знаю, слева я никого не вижу. А, вижу, лежали. Прямо на вершине горы они. На С уже. Прям по краю круга бегут. Вижу. Попал раз. Еще попал. За деревом он, видишь? Погоди, да, есть. Да, я видел только что одно. Другой правее еще бежит. Поп, который правее, правее. Не пока. Ну, сюда хреново видно. Нихуя не видно, время спал. У меня уже ляпает с другой стороны откуда-то. Сковато. 195 там, прямо на вершине, на краю круга. Сковато взял, можно прям по точке стрелять. Все, гляну. Да, по точке плюсую. А где они, на ком же направлении? А, вон один стоит, слышите? Стоит, просто стреляет у меня. Где, где, где? Где? На направление, С, на С. На С. Вижу его. За деревом. Я вырубил его. Ай, по мне дали откуда-то. Еще один. Это не сзади случаем было? Он убежал за гору. Нет, там стоит. Вижу, там вижу, бежит. Да-да-да, там же прям стоит. Вижу на 200, между 210 S в этом только ну что. Ну вот он по мне бахал, наверное. На S. Ровно на S еще, там уже тебе три типа. S типа ладно, жопа? Правее S. Нет, типа S, типа S. Че, бля? Один S? Убегают, видите, направо? Нет. Угу. Сейчас вижу. Ну ладно, я вижу, пытаюсь попасть. Да, попал, одному. А это ты, походу. Блин, Савик, реально упреждение вообще не говорит. Ну да. Даже на таком расстоянии. Попал еще раз. Уронили, уронили. Еще один бежит на 195. Вижу, вижу, левее. Попал. Он за камнем, по-моему, да? Пули, вот. Он дальше бежит. Он прыгает, прыгает, прыгает. Где он? Там бежит дальше, направо. Да, он упал. Дожать его. Где-то еще его друг там. Ну все, не пизда. Истерить. Где-то еще друг был, слышите? Да пожалуйста, умри нахуй. Все, он дрочит. Дох. Так у меня только под... Нормальный Патрик у меня. Надо справа смотреть, короче, на В. На В надо смотреть. Там челы тоже бежали. Да, они далеко убежали направо. Это не по нам? Ну как, а тут их трое было, мы убили двоих, где-то еще третий бежать. Должен быть. Он может быть коцанный был сдох. You finally killed кого-то там. Это вне круга. Мне кажется, тут с автомата только ебашится в упоре, потому что нереально попасть с таким дилеем. А, вижу человека на 285, бежит прям. Прям? 285, может правее для вас будет. Дерево на краю круга, видел? Попробовал дать, не попал. Да. Он спрятался, его не видно. Ну, по крайней мере, я не вижу. А мы не хотим в круг передвигаться? Так, справа там выстрелы где-то. Хотим, наверное. Я вот бегу, допустим. Ну, вообще там с северного будут спину жать с этого. Бежит хрена. Чел по полю бежит, ребят. От меня 240, вижу, дерево. Вижу, вижу. Да как мимо? Я не понимаю, ты... Попал по нему. Убил. Блять, с дилеем. Секунду. Хорош. Надо везде так делай. Опа, вижу еще типов от меня. Аккуратно. Где? От меня был на НВ. В деревьях там. В поле, точнее. Залутаем этого типа, да, или потихоньку. Похуй? Да, он вроде на краю круга. В смысле? Ну, в принципе, да, да, хуй него. Типа, на верши... Ты хочешь хуй его него. Лутать прямо на склоне, типа? У нас здесь шелтер будет в круге, если вы не поняли. Онлайн? Тут где-то тип был, слышишь? Там, короче, 25. Домик, который на НВ. Там же он в круге еще, там оттуда люди могут быть. Блин, да, там тачка стоит. Вижу типа на краю круга. Направление. На 200 на Б. Мы не видим его, него, мы разок. Не видим его. Вижу, вижу, вижу. Попал второй раз. Ты чё, ебанул? По мне дают. Можно попасть, пожалуйста. О, меня вырубили. Это с дома, по-моему. Я сползаю, я сползаю. Тормози, блядь. С лоу граунда. Так, одному дал.
Есть хилки? По нам тут типа он дает. Одна аптека и скинусь. Скидываю. Мне пули вавики. Гранатку дали! Ой, мимо. Бля, короче, в рот ебал кряк в этой катке. Это просто unbelievable. Нам в круг надо пиздавать. Так с кряка наоборот. У меня под деревом на НВ. НВ-300 прям ближнее дерево. Вот здесь где-то. Блин, у нас справа еще где-то люди. Я, короче, за камень направо прибегаю. В смысле, за... направо, он не в круге. Флешку у тебя с глушаком, да? Авик нет. Давай глушак скину, я в рот ебал скряк стрелять. У меня две пули осталось. У меня две пули ладно, осталось. Ладно. Две пули осталось. Могу кряк тебе скинуть? Давай, я тебе кряк скину, а ты достреляешь с авика. Давай, я со всеми бельком скину. Я тоже. Патрик сейчас скину. Да, не, я его не вижу, я понял, где ты говоришь, но я его не вижу. Блять, я поднял и не поднимается. У тебя тоже? Вижу, вижу, Ваня. Вижу двух. Да, все, у меня поднялся. Я поднялся. Давай добьем этого, тоже. Который ползет. Давай. А Патрик есть у тебя? 76. Ай, да, извини. 72. А, мне еще на, скинул, скинул, скинул. Откуда? Мы не в круге, на 330? О, такой же, как это, рынки, там чувак внутри. А мы в круге. Игорь, от нас могут быть с это. А там на 30, типа на МЕ люди, осторожно. Слышишь, стреляются? Я чуть перебегаю. За деревом стараюсь, как-нибудь аккуратно. Бля, ебать. У нас близко на лоу-граунде. Два типа вроде. А, у рюмки есть, вижу. Вижу одного типа тут рядом. Вижу близко. Под деревом где-то. У рюмки вырубил. Флешка, слева от тебя тип. Еще где-то близко. Левее, между деревьями был, короче, один. Слева? Между деревьями, вот, которые елки. Да, близко, близко. Понял. Да, вижу. Он не один, по-моему, там. Их двое. Я... Они отбегают. А налево отбегают, налево бегут. Я очень хуево отсюда вижу. Может, как-то нихуя не вижу. Они меня лагают. Рюмки, короче, одного добил. Два типа слева меня контролят. Ну, да. Или три уже. Я тоже. Ну, я, блин, не вижу отсюда их толком. Я как бы от третьего лица вижу, а стрелять по ним не могу. Same. Могу они немножечко поджать. Сидят. Немножечко поджать могу. Можно попробовать хаехи закидать. Я поджимаю. Я поджимаю. Кидайся! Они у дерева там. Они о, меня, Игорь, меня, дал, меня смотрят. Да, дал. Меня уронили. Ты первый раз упал? Да. Но они как ёбки в поле стоят. Вы что боитесь вас трое? Нам двигать они, надо будет в круг. Они на нас побегут. А они на меня побегут. В поле. А, все, вижу, вижу, вижу. На 3.45, Ваня, правее они уже были. Можем тут ползком, они нас не спалят. Будь поднять меня или хуй клали? Они уже близко, кстати, я говорю, недалеко. Блядь, я пытаюсь, хуй знает. Здесь, блядь, меня видел Ваня чувака? Нет. На 330. Вон, блядь, палец. Все еще слева есть на склоне, у тех, между тех деревьев. А есть хил? Рашу да иди ты нахер! Дал по нему. Я тоже добил. Много раз дали. Он по мне дает, придурок этот. Я добил его, добил. Игорь, справа прям где-то близко должен еще быть. Еще один на НВ был. Нет хила? Да, близко. Нету нихуя. Есть. И, медкит скинул. Давай. Скинул. Там склад будет с НВ. Я медкит юзаю. Медкит юзаю. Давай. Да я понял, ну что понимаешь. По нам. С другой стороны меня кнопнули. А что, поднять не будешь? Собачь к ним спиной вообще. Блять. Я, короче, ползу, тебе флешки. Ой, слева прилетел. Близко слева тут чел. Блять, я думал, он сдох. Слева прям. Так а кто его? Никто не убивал.